этом ей совершенно нет дела до нас. Ну, мать кукушка, не интересует ее. Она давно утратила всю человечность. Ну и что дальше? Ай, блядь! Я, сука, испугался. Мне посрать на ваши семейные разборки. Так, это шахтеры, да, обычно? Окей, я понял. Обычный шахтер. У нас новый пистолет, кстати говоря, что не в курсе. Молодец. В прошлой серии мы его, соответственно, закупили. Убивает 4 выстрелов практически. Аккуратно. Зачем так близко ко мне подходишь? Никогда не так близко. Вот и все. 4-5 выстрелов, убивается, все прекрасно. По-моему, за 1000 можно купить как раз-таки все эти патроны, которые я на них трачу. Так, секунду. Там у нас тупик, надо пройти. Эй, сюда. Ага. Они, короче, у него просто работают шахтерами. И при этом почему-то на меня нападают. Почему они нападают, непонятно. Сдохни нахуй. Окей. Что я им такого плохого сделал? Что они во мне такого страшного увидели? Просто хотят меня убить. Возможно, они считают, что я какой-нибудь инспектор по шахтам. Сейчас оставлю их без работы и типа все. Но я же не собираюсь этого делать. Я же им сказал, мне... Так, а что, была отмычка сейчас? Отмычка была, да, сейчас? Отмычка была сейчас. Да, это была отмычка. Ну, я не знаю, по-моему... ну, хотя... И вот сейчас я точно не буду возвращаться назад ради того, чтобы ящик с отмычкой открыть. Вот сейчас не буду, потому что ну, это глупо. Так что я не в курсах, что это такое. Я просто не... Так, еще не все. Ага. А вот теперь все. Что я там взял? Бля, что взял, сам не посмотрел. Ну, обычно только расходники берутся, поэтому я даже не знаю. Так, ну вот здесь где-то по-любому должен быть кристалл, нет? Очень много стало предметов, которые просто нужно ходить и вот ебалом в пол. Вот что я здесь мог пропустить, непонятно. Причем я мог пропустить это еще и в самом начале. Так, ну-ка еще разочек. Я не хочу оставлять что-то ненайденное, потому что это будет ебать мне мозги. Оно будет меня отвлекать, будет меня напрягать. Здрасте. Это вот ты, да? Это вот ты, да. Нет, это не ты! А кто ты тогда? Если это не ты, то кто? Блять, клетки, висящие над головой, это самое незаветное, что вообще может быть. Ты просто, в принципе, не смотришь на что-то большое. На потолок я смотрю, чтобы найти кристаллик мигающий. Но уж никак не огромную желтую клетку. Че? Не падает. Так что я не знаю. Так что я не в курсе. Все попрячут, блядь, все запрячут. Хуй пойми, что куда, что зачем, откуда все это берется. Каким образом все это достается. Где-то все валяется. Как это все собирается. Непонятно. Ну, ничего мигающего нет. Все предметы вроде как я собрал. Сюда я впритык подходил. Здесь мы собирали последний ящик, правильно? Опасно, блядь. Опасно страшно. Я не знаю. Вот не знаю. Вот нет ничего. Можете потом, знаете, если кто-то увидел предмет или увидел кристалл, можете таймингом написать, и я если увижу, то я прям гляну. Я просто гляну, что конкретно я пропускаю, ну, потому что я вроде как внимательно все смотрю. И кроме клетки, по сути, я здесь ничего не нашел. Эти шахты, они весьма скучны, понимаешь? Они очень сильно коридорные. В них, по сути, ничего не происходит. В них ты просто идешь вперед и стреляешь. Идешь вперед и стреляешь. Это все, что ты в этих шахтах делаешь. Это не очень прикольно, это прям бьет атмосферу. Здесь нет какого-то, знаешь, это бэктрекинга, чтобы возвращаться назад, чтобы что-то применять, ну, кроме вот этих вот эмблемок. Здесь, по сути, больше ничего такого нет. Ну, скорее всего, это такое закругленное, знаешь, красивое место. Здесь сейчас будет босс по-любому. Ну, босс! Потому что Карлсон даже встречался 2 раза. Третий раз должен быть победным, третий раз должен быть сражаемым, третий раз должен нам помочь победить. Это по-любому. Вот что-то падает. Что-то падает на нас. Так, кругом тупики. Кругом порох. Ну, по идее, конечно. Я могу сейчас воспользоваться своим гранатометом. Я знаю, как менять зарядку. Я знаю, как поменять, ебать, патроны. Серьезно. К концу практически игры я сам нашел, управления не было. Я сам нашел, как поменять патрон. Но это обосраться. Так, почему-то снайперская винтовка дается уже 2 раз в этих коридорах. Первый раз в клетке снайперская винтовка была, теперь здесь. Неужели у нас будет какой-то, блядь, снайперская дуэль с боссом? С боссом? Ну, конечно. Ебать, серьезно? Это что за хуйня такая, блядь? Почему она, сука, забаррикадировала? Вот для этого патрон для снайперской винтовки дают, я понял. Это что такое, блядь? Что это такое? Это как ты сзади-то ко мне подошел? Блядь, отвлекающий маневр был, серьезно, что ли?
Ага, и все, пиздец, что ли? Допустим, ладно. Да хватит такую долгую анимацию, пилень это делает. Бля, зажали. Нет, не зажали, нормально все. Живем пока хорошо. Да твою мать. Как от них бегать? А, нихуя себе приколы. Да хватит! Патроны для пистолета кончаются! Вы издеваетесь, что ли? Да нет, не на я пробел нажал! Ёб твою мать! Пизде... А, можно было, наверное, натравить, чтобы они сломали мне стену, 100%. Да ну! Блять, ну как же так-то? Покажи! Живой до сих пор, ты посмотри! Аккуратно. Да хватит! Должен был быть босс, а не два босса! Допустим. Бей, заебал. Ладно, сейчас заблочим. Заблочим сейчас все 100%. Еще разочек. Ага, не та, не та атака. Эту атаку не возьмешь, он этой атакой закрывается. Хорош. Блять, у меня реально покончались патроны для пистолета, серьезно? У меня и хилки сейчас тебе закончатся, если уж на то пошло. Они закончились, окей. Делай максимальное количество хилок. Так, патроны для пистолета делать пока не буду. Хотя на самом деле бы надо. А, так они ничего не требуют. Они ничего не требуют, они требуют того, что у меня в принципе полно. Тогда давайте сделаем. Они тем более делают сразу по 30, вот так. Так, ну и сразу вот так, чтобы ничего не мешало, чтобы ничего не оставалось у меня. Хватит так? Да ладно, серьезно, что ли? А что так много-то? Ну, допустим. 6 взрывных, хорош. 6 это много. Я думал, он с каждым разом, блядь, все больше и больше мне присылает каких-то прокачанных пацанов. Теперь эти еще и летают нахуй какими-то реактивными двигателями. Обычный, который ходил пешком, он ни о чем. Эти жесткие. Здесь со снайперской винтовки было бы неудобно стрелять, потому что их, во-первых, два. Это нужно каждого контролить. А контролить издалека это плохо, потому что издалека они закрываются и просто к тебе подходят. Ты ничего теперь себе сделать не можешь. Тут только в упор, а только с дробовика. По-другому никак. Опять снайпер. Нет, предлагают прям со снайперки хуярить. Ну хорошо. Хорошо, как бы я попробую, но... Нет, я не буду пробовать. Зачем я буду пробовать? Зачем я буду это пробовать, если это нет, неудобно? Что пристал ко мне? Я понимаю, что идут снайперские винтовки, патроны. Ну и что дальше? Ну дают и дают. Дают, ну и пусть дают. Мне не жалко, я заберу. Я потом их потрачу на что-нибудь более... А почему мне до сих пор ничего в голову острова не прилетело? Это же как бы... Явно дробильная машина, дробить не так мелко, чтобы меня не убило. Это не доработочка, это надо было как-то початнее. Пока, ну смотри, как куски лица, что сделать. Я лучше снайперские винтовки, патроны потрачу потом куда-нибудь на босса на какого-нибудь. Буду от него бегать далеко. Вот до Хузенбурга этого потрачу, в конце концов. Он же если близко ко мне подойдет, то он начнет меня связывать опять цепями своими, еще чем-то. Его надо как-то вырубить. Да? А, не понял. А как его вырубить? А, вижу, допустим. Хорошо. А что сразу не сказали? Всего лишь три лампочки и все делов. Три лампочки и все делов. А делов-то что, делов-то нет никаких совершенно. Три лампочки и все. А, нет, еще одна в центре, смотри. Все, пизда. Ой, блядь, сейчас засосет нахуй наверх меня. Все, красиво. Почему у них все держится на каких-то лампочках? Это же нецелесообразно. Любой дурачок придет, все лампочки сломает, нихуя не работает. Вот я пришел, лампочки сломал, ничего не работает. И зачем так нужно делать было? Вообще не ясно. Ебать, еще и лестницу сделали, спасибо. Как он потом будет это чинить? Это же как бы взрывается. Это же нужно взять электрика, блядь. Я не знаю, допуск ему выписать. Он будет приходить. Потом он все это будет чинить. Ему нужны технические планы. Где и сколько лампочек поломалось. Каким образом их куда вставлять. Надо ждать, пока, блядь, придет партия запасных, если их нет. А сейчас непонятно вообще, доставки долго работают. Все это хуйня. Как это делать вообще, Хазенбар? Ну ты, блядь, ты вообще дурак. Сделал такую серьезную фабрику и не вообще не запарился о том, что ее нужно как-то обслуживать. Да, конечно, у тебя куча этих хуеты выходит. Но у них руки-крюки, блядь, они лампочку не смогут вкрутить, понимаешь? У них, блядь, два сверла вместо этих. Ну, что такое?
Так, что я пропустил? Что и где я, соответственно, опять здесь пропустил? Скажите, пожалуйста. Почему это у меня горит красным? Почему, блядь, это у меня горит красным? Я не взял чей-то сапог, он мне нахуй не нужен. Это тоже считается красным, серьезно? Вот давайте только реально без кристаллов. Ну, пожалуйста, ну без. Без, пожалуйста, кристаллов. Ну, это же ебота полнейшая. Мины я наделал, динамиты эти наделал. У меня... Тихо! Сосет! Сосет! Ебать, как Джеки Чан, доспехи бога 2! Смотрел, кто такой? Пиздец! Стой! Недавно по телевизору выцепил кинцо, вот это старое, давно смотрел. Там тоже было, там тоже присасывал. Да там сидел чувак, и ты хуйню прилел, было весело. Черт, так, пронесло. Пронесло. Повезло, да, к тому, это модно сейчас вот говорить. Повезло. О, ну, блядь, серьезно, и там были... Ну, конечно, ладно. Ладно. То есть здесь реально валяются кристаллы. Ну, вы ебанулись, ну, серьезно, что? Зачем вы так делаете? Ну, какие кристаллы здесь могут быть? Ну, серьезно. Как они, бляха, сюда могут попасть? А что за вертелка такая? Если такое крупное, если такое большое. Кто это строил? Он же не мог это один построить. Какие-то вообще мегазаводы, блядь, ковши какие-то. Что-то загребали, что ли? Ебануться. Но эта локация, по-моему, самая... Только что, по-моему, все красное было. Эта локация самая скучная. Из всего вот того, что мы сейчас видели, до этого момента, эта локация самая скучная. Она реально просто коридор. Просто пострелять. Какой-то, знаешь, из резидента вот этого survival horror'а у нас получился просто, блядь, коридорный шутер. Мне это не нравится. Мне в резидентах шутеры... Вот я поэтому вообще не понимаю, какой там резидент 5, 6 был. Они же просто вообще, блядь, никакие. Я в них пытался играть. Там какой-то просто ересь, блядь. Ты ходишь по какой-то деревне в 5-й части. Просто хуяришь все подряд. Какой-то там даже босс есть. Но это все настолько не то, что просто вообще не так. Это же, ну серьезно, зачем? Они хорошо потом одумались, обратно добавили все вот это. Но там мне вообще не понравилось. Вот это сейчас очень сильно походит на все то, что я видел там. Просто идем, просто стреляем. Совсем скоро Миранда начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Так, ключ коня, но у меня опять я не смогу сделать коня никакого. А как же это сделать? Или, может быть, здесь просто нужен ключ вот этот вот, и все? Шаблон шара, какого шара? Но мы сделаем и то нам пригодится, в принципе, полностью все. Все мы это сделаем, все красиво, сейчас торговец, сейчас сохранение. Нам сейчас нужно бежать вниз. Нужно бежать вниз и делать два шаблона. Ключ, который позволит нам пройти вперед, и шар, который позволит нам пройти куда-то дальше, пока непонятно куда. Нам сейчас получается, мы сейчас забежим в комнату с плавильней, выплавим себе ключ и сможем пройти туда дальше. Вопрос только, дальше туда, где конь был, нам нужно или там просто какие-то секретики? А в любом случае нам нужно сюда, это 100%. Так, ну-ка, книжку-то не бей, она ни в чем не виновата. Нахуй ты ее лупишь? Что она тебе плохого сделала? Ну, да, закажи. Чудно, я как раз думал, чем бы себя занять? Так, займи себя покупкой всех моих ценностей. Сокровища раз, два, три, раз, желтый кварц и большое кристальное сердце тоже два. 52 тысячи. Так, что я сейчас сделаю? А, не продал ничего. Вот так. Так, вот так. Теперь смотри внимательно. Смотрим рецепты. У меня не хватает вот на что. Вот на что-то мне не хватало. Превосходная рыба. Смотри, превосходная рыба у меня есть, но мне не хватает обычной рыбы. Я не понимаю, про что вы мне пишете. Я просто не понимаю. Вот серьезно. Вот первый столбец — это то, что нужно. Второй столбец — это то, что у меня. У меня не совпадает нигде. У меня нет еще трех рыб сюда. У меня здесь не хватает качественного мяса. У меня сюда не хватает еще одной рыбы, блядь. Вот ну как, ну вот у вас три нахуй, здесь четыре. Вы что от меня хотите? Ты че ко мне? Вот скажи, пожалуйста, что тебе от меня нужно? Четыре надо рыбы и три у меня. Каким хуем? Я что ему палец, блядь, отдам, скажу, вот вместо рыбы пойдет тебе или нет? Я не понимаю этого. Я могу сделать вот это, но мне это нахуй не сдалось, понимаешь? Слегка, мне слегка не надо. Мне надо нормально, чтобы было. Хорошо, мне не хватает рыбы. Что вы от меня хотите? Вы что отстаньте от меня. Прошу вас, изучите мои новые товары. Сейчас изучаю, погодь. Так, патрон для дробовика, сейчас мы что-то будем покупать, нет? Это для чего? Для ружья увеличивает огневую мощь. Огневая мощь дробовика, это очень даже хорошо. Значит, так вот, отдачу я не буду ставить, мне она сейчас не нужна. Вот мощь дробовика, это 100%. Это 100%, это очень хорошо, это мощно, это прекрасно. Так, барабан для увеличения револьвера, но мне это тоже особо сильно сейчас не горит. Значит, ты здесь что-то можешь мне улучшить, нет? А, ебать. Я никуда не ухожу, не тропи меня, не въебывайся. Мы едем сейчас на вот этот B4. B4 крафтить практически. У нас есть все ресурсы, сейчас будем крафтить себе ключи. Так что раз и навсегда, пожалуйста, отстаньте от меня со своей рыбы. У меня не хватает. У меня не хватает. Ой, блядь, я думал, я выпал. Ебать, я думал, я вылетел. Ты чего меня так бугаешь, дурак совсем, что ли? Бля, я реально думал, что я вылетел только что. Секунду. Я не... я полетел вниз, блядь. А, нет. Так, растим нос, значит, здесь приготовили мне схватку с боссом. Мне приготовили что-то такое, о чем я, наверное, сейчас буду сильно паниковать и переживать. А что свет-то выключили? Я же вроде включен. Бля, опять выключили свет. Смотри, выключают. Прям как в хоррорах, да, когда вот это показывают, как стоит кто-то.
И перед ним там издалека все фонари начинают включаться один за одним. Все пиздец. Все пиздец, все пиздец. Блядь, да это обычный хуйло. Да ты не дойдешь до меня, заебал. Улыбается он, блядь. Улыбается, да посмотри на него, нахуй, улыбится, дурачок, блядь. На! Ладно. Он, по крайней мере, пытался, он старался, он хотел. У него были все шансы. В скобках, вот эти, знаешь, все шансы, в скобках ноль. Но это все его шансы, это был ноль. А может, теперь я замечу, нет, ой, ты, блядь, смотри, сука, тварь какая, блядь. В натуре, ты посмотри, где, блядь, намигает, ебаный блядь. Да намигает здесь, ты, нет, твою мать, все, смотри, посинело, ну, конечно. Блядь. Что ты наделал? Я ничего не нажимал! Пиздец, у меня на мышку поставлена лечилка. Серьезно? У меня на мышку поставлена лечилка? Ёб твою мать. Ёбаный в рот. А кто мне на мышку-то поставил? Зачем это мне нужно-то было? А я был покоцан хоть маленькой лечилкой, не зря ушла, нет? Так, вентилятор. Не, обычный хуй. Ну я сказал, будем тратить патроны. Значит, будем тратить патроны. Бля, не попал это. Ну а со снайперской винтовки прям падает на ура. Прям падает и все. Даже, знаешь, экономить снайперские патроны смысла нет, потому что... У меня вроде как много, и это вроде как не страшно. Пригодится. Так, ладно, шаблон ключа. Я не знаю, почему так получилось, но это же случайное задевание сейчас было. Я просто руку положил на мышку и задел чуть-чуть эту кнопку, и все, и потратил лечилку. На ровном месте просто взял и потратил лечилку. Оно надо было мне, нет, не надо. Так, ключ Газенбурга, хорошо. А еще можно? Да, еще можно. Шаблон шара. Шар это, наверное, обычный круглый шарик, который мы в конце вставим в очередную эту, блядь, шараду, непонятно, где нужно вертеть замок и в конце получить приз. По-моему, первый замок вертящийся был и самый сложный. Эти какие-то они не особо сложные, на самом деле, были остальные два. Там в одном месте, по-моему, только можно было на последнем упасть. Где-то там еще что-то как-то странное. Так, а насколько я помню? Настолько я помню, да? Тут все в крови, блядь, зибл, все в крови. Так, подожди, а идут никуда-то не сюда, по-моему. Или сюда. Че, а куда идут-то? Че здесь закрыто? Нихуя себе. А че здесь не было? Прикол. Стоит, смотри, хуй ждет меня. Или два, что ли, сразу? Это что такое что было? Так, ну вставайте, заебали. Ты такой большой выбор, кто из них встанет сейчас. Блять, ну дали патрон для гранатомета. Возможно, нужно жахнуть просто в кучу во всю. Ааа! Я вообще не тот стал, прикинь. Наебали меня жестко. Вообще встал не тот, серьезно. Да бля, бей, давай, заебал. Блять, не успел! Не успел, я прям в последней перезарядке был. Уходим. Спокуха. В смысле? Ты чё? Я столько раз уже попал. Ай, ты дотянулся, ты чё, охуел? Ах ты гад, блядь. Ах ты... Да стрельни ты в него, в конце-то концов! Ты чё не стреляешь-то? Ты чё сиськи-то мнёшь? Бля, не отталкивается, прикинь. Вот сейчас очень много лишних патронов потратил на снайперской винтовке, очень много лишних. Мог гораздо лучше, сейчас нельзя так, нельзя. Нельзя так, какие-то, роскошь такую управлять снайперским патроном, ни в коем случае нельзя. Абсолютно нельзя, это глупо, так нельзя, нельзя так делать. Нельзя так делать, сейчас либо не заперли меня здесь, блядь. Лишь бы не заперли, я ведь запрут. Запрут 100% говорю. Так, а что такое? Медицинский отчет, операции по оживлению. Это моя 18-я попытка. Пациент, мозг, карподручный конюха 20 лет. Пьяного упал в колодец. Тело в хорошем состоянии. Вот ты серьезно, блядь, на shift надо нажимать постоянно. Крутить на мышку. Понимаешь, смысл как неудобно. Вот ты наводишь мышку, ты нажимаешь не левую кнопку, а shift. А левая кнопка мыши, она переворачивает эти предметы. И это очень как-то прям плохо. Так, смотри-ка, у меня две отмычки, у меня 6 бомб, у меня 4 мины. И, в принципе, одна хилка осталась. Одна хилка? Да ладно, одна хилка, ты чего, ебанулся? Как же она одна-то у меня может быть? Она не может быть одна! У меня сейчас босс назревает, как же она одна-то? Да хорош, ну какая одна-то? Хуй ты, блядь, ты смотри, прям дают и дают. Дают, прям дают и дают. Прям не останавливается, не останавливаясь, дают. Прям бесконечно берут и дают. Так, мне сейчас нужно куда? Мне сейчас через литейную нужно пройти... Не, я не понял сейчас. Я вообще шел не сюда, я сейчас случайно забежал.
А тут смотри-ка, секретик. Улучшение для револьвера, для магнума практически, и для этого какого. Интересно. И снайперские патроны, и интересный рассказик. На ночь такой, почитать, почему, собственно, нет. Сейчас будем стрелять, ладно. Так, ключ Газенбурга, поехали. Кого-то слышу уже, кого-то слышу. Сколько народу? Раз, два, три, окей. Так, спокуха очень много идет, спокуха очень много идет. Их идет очень много. Их вот четверо, да. Спокуха. Ага. 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 Вот так вот. Хорош. Дострелять, кто остался? Все. Так, ладно, есть один. Есть один. Окей. Одна хилка появилась. Так гораздо выгоднее. Я, да, получил два удара в блок, но, по крайней мере, я столько патронов сэкономил, и очень все это стало быстро. Так, это все под мины мне предлагают. Мне предлагают делать много мин. Хорошо, без проблем. Хорошо, делаем, значит, одну хилочку. Еще одну? Почему так много? Так, и у нас очень много пороха. У меня сколько? У меня пороха 6. Почему здесь потемнело? Что случилось-то? Электричество, главное, есть, лифты работают. Зеленая... Бля, зеленая лампочка горит. Все вроде нормально, ничего не так-то. Так, ну-ка. Ебать, он весь просто упакованный, перепакованный. Это, наверное, его в барьюты переделали, да? Так, окей, ну все, он остался ни о чем. Блять, не попал, серьезно? Да ладно тебе, иди ты нахер! Да хорош! А ты, блядь, не попал, опять, смотри. Да! Блин, это про него, что ли, рассказ-то был? Вряд ли, чистое кристальное сердце. Нет, ну что-то огромное. Я имею в виду не рассказ, а записка. Записка, скорее всего, была про него, получается. Но он совершенно вообще никакой. Одна мина, он разлетелся на куски. Вся его броня просто пошла по пизде. Я бы, наверное, и без записки бы догадался его мины убить. Блять, еще один, что ли, идет? Вы че, серьезно? Так, ладно, давайте, может быть, нет, давайте все-таки мина. Мина, она менее, менее мобильна, и как бы с ней немножечко надо... тщательнее подбирать стратегию, нужно быть, ну, должно быть больше времени, больше на все это дело. Поэтому пока используем мину. Батьем патронов, нахуй, надо ловить. Серьезно? Вот и все. Вот и все патроны для снайперской винтовки разошлись. Опять кончились, блядь. Было 50 штук, стало 21. 21 остался, 21 патрон. И что мне делать теперь? Опять мне все патроны покончались? Что за херня-то? Ты представляешь, нет? Все патроны, блядь, покончались. Что-нибудь подсказать? Подскажи мне, не трать так много патронов. Так, шлёк герцога, поехали продавать. А, желтый кварц ушел, кристальное сердце ушло, чистое кристальное... Спокойно, подожди-ка. А, так это рукоять, это этот, как его? Ну, она недорого стоит, 4 тысячи. А там, глядишь, будет много. Глядишь, да, так и будет. Окей, хорошо, смотри-ка. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Согласен, согласен. Согласен. Так, уровень здесь полный, отлично. А, в дробовик, наверное, будем вкладываться, правильно я понимаю? Наверное, будем вкладываться в дробовик. Урон, получается, на 80 прибавляется. А здесь на сколько? На 200. Ой, здесь копейки. Нет, давайте-ка лучше вот так. Позвольте мне. Пойдем, Петр, посмотрим. Мне кажется, он там недалеко. Что по карте? А, нет, по карте он там далеко. По карте еще надо идти туда, сюда. Тут еще целый блок, грузовой отсек. Ну, давайте чуть-чуть посмотрим. Просто глянем одним глазком, что там такое. Просто, ну, кто там еще будет? Ну, опять вот эти, блядь, бронированные пацаны. Да, по идее, это и все. Больше там, по сути, быть-то ничего не может. Теперь а открыт. Ты правда живучий? Да, такой я, да. Но мне надоело болтать. Умри, наконец. Ну подожди, подожди, ну то что, ну слышишь, подожди. Слышишь эти звуки? Слышу, да. Так, а чё ж я тут-то не нашел? Если поднимался, и так что-то не нашел, да. Ничего. Тебя кое-кто дожидает. Ладно. Ну я понял, сейчас будет, мне что-то немножко непонятно, почему там всё красное. Это же выход к лифту, и что, все красное? Что я нашел, во-первых, здесь? Но опять эти ебаные кристаллы, ну вот прям, блядь, как чую кристаллы. Потому что реально что-то крупное, я же все замечаю. А вот не крупное, что-то здесь где-то лежит. То есть вот где-то здесь что-то есть, да? Серьезно? Вот где-то здесь что-то как-то есть. Где вот, ну где вот мигает? Смотри, ищи. Они кристаллы еще неприметны здесь, потому что здесь лампочки, и лампочки сбивают. Я же здесь просто проходил вперед, я, по-моему, даже ничего нету. Я здесь ни от кого не бежал. Ничего особо не паниковал, что я ничего не собрал. Хоть ты, блядь, ты высокий. Ой, короче, прикол из кристалла. Возможно, короче, разработчики поняли такие, что вроде мы нарисовали такие локации, мы над ними старались. Ага, окей. Мы над ними старались, а игроки на них особо не смотрят. Поэтому давайте добавим в игру возможность искать кристаллы. И пусть они пока ищут кристаллы, осматривают все наши локации. Давайте осматривать. Я понимаю, что кристалл должен быть где-то вот здесь вот. То есть кристалл не может лежать там, куда он может провалиться в бездну. То есть он где-то тут.
Вопрос только где? Ничего же вот не мигает абсолютно, ничего не мигает. Я не знаю. Опять-таки, если ты видишь то, чего я не находил, ты пиши тайминг. Я просто, мне потом, я просто посмотрю. Я просто посмотрю и просто скажу тебе, ну серьезно, блядь, это нельзя было так прятать. Так это прятать было нельзя ни в коем случае. Я пропустил, не помню или не пропустил, много под, где писали под каждой серией про то, что кристалл был на кухне Димитрески. По-моему, в конечном итоге я его все-таки нашел, а может быть вру. Но я уже даже понял, где он находится, так что вот хуй знает где это. Все, что крупное, я собрал. Осталось только кристаллы, где их брать, хуй пойми. Ладненько, давайте на этом закончим тогда. Давайте на это закончим. Я не хочу просто сейчас опять-таки бежать вперед, потому что там довольно большая локация, и это нельзя торопиться, нельзя спешить. Нужно спокойно все это найти, спокойно все это обследовать, никуда не торопясь, а то вот это начнет сейчас там, блядь, час пойдет, час лишний, полтора, два часа серия, куда-то нахуй. Куда столько? Не надо столько, надо, так сказать, это не так много. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте про колокольчик, ставьте на все уведомления. Всем удачи, все, ребятушки. Всем пока. Как поедет, поехали дальше. Напоминаю, что мы здесь непонятно, что не нашли. Скорее всего, это был какой-то кристалл, где его взять не ясно. Непонятно, здесь нам сказали, что нас ждут, мы идем, собственно, вот, пожалуйста, все. У нас есть бомба, у нас есть гранатомет, у нас есть взрывчатка, у нас есть абсолютно все, что нужно для того, чтобы это победить. Прототип штурм, это он, скорее всего, есть. Использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод полной неудачи. То есть, это не про него говорили, то есть это не он. Должен взрываться, его нужно каким-то образом перегревать. Хорошо, будем перегревать. Будем пытаться, да, как-то с ним вот это бороться. Хотя, опять-таки, дают мину. Непонятно для чего, непонятно почему. Будем разбираться. Нам предстоит веселая, так понимаю, сейчас штука. Будем соревноваться с боссом в том, кто сильнее. Сильнее кто, правильно? Слюда, спокойно, не убивай меня. Вот бывает, залетает прямо в горло и все. Залетает в горло, аж прям до слез, понимаешь, кашляешь до слез. Потом... У меня нет времени на это чудо. С дороги! Здравствуйте, нихуя себе прикол. Вот это да, блядь, а я его не заметил. Так, а чё? Патрон. А, он ломает абсолютно... Ебать, серьезно, я там пробегу! Он ломает абсолютно все. Так, ну он сзади еще может быть уязвим, если я ничего не тупил, да? Спокойно. Так, он только по прямой хуярит, да? Так, ну сзади у нас что-то есть, сзади понятно, что-то есть. Так, а что такое? Опять патрон. Ага. Бля, ты серьезно, что ли? Как с ним бороться? Секунду. Аккуратно. Я пока ничего не понимаю. Ну, конечно, мину, скорее всего, надо будет использовать туда. Давайте сделаем спокойно. Давайте сделаем сразу мину. Поехали. Вот так. Раз. Вот так. Два. Вот так. Три. Поехали. На. Посмотрим, куда он сейчас этвается. Куда он вернется. Ты что, меня потерял? Блядь, идешь тихонько. Да в смысле ты не взорвался-то? Алло! Взорвись, бля! И что? И куда? И чего, блядь? Сейчас не понял. Так, еще мины. Ну, предлагают прямо его взрывать. А! Его в стенку надо хуярить, что ли? Ясно. Ясно, понял. В стенку в упор просто и все. Блядь, ты не вовремя так приезжаешь? Спокойно. Короче, это разрушаемые стены, надо в неразрушаемую усовать. В неразрушаемую. Нормально? Нормально, хорошо. Оказалось, это гораздо проще, чем казалось. А! Бля, как быстро! Я даже ничего не понял. А, он все, он поехал. Он поехал, он сошел с ума, ничего не видит. Нихуя приколы! Огнем, блядь, пышет, приколись, нихуя себе, ты че? Да в смысле? Ебануться. А, спокойно. Не надо. Так, ну теперь со снайперской винтовки проще будет. Потому что он вдалеку, вдаль забегает. Да, блядь, опять задел, что ты будешь делать? Да какой ты, блядь, плох. Да сколько в тебе хпшки-то? Тихо. Блядь! Так, сейчас главное, чтобы тупик не зажал. Я здесь! Давай еще. Сюда. Блядь, да что ж такое-то? Что происходит? Я ничего не понимаю. Это какой-то вообще непонятный босс. Он, короче, бежит в одну сторону, потом бежит сразу в другую. Опа. До этого он просто в стенку резался, теперь бежит. Тихо.
Допустим, и назад сразу. И назад сразу. И сразу назад. Блядь, три раза, что ли? Да какой ты, смотри, блядь, три раза бегает. Спокойно. После стенки сразу огонь. После стенки сразу огонь. Понял. По огню, в принципе, бегать можно, он поджигается. Так, разгоняется, погнали. Ага, дом жил. Ты где? Да хуёха! Хватит твой патрон транжирить, слышь? А, всё. Ну такой себе босс, конечно. Очень сильно рандомный босс. У него ничего сложного в нем нет, но бляха. Очень много патронов меня забрал. Какая огромная комната, блядь, и вся тупо без... Я думал, прям там будет драка-то с ним. В конце, вот здесь, вот в этом, в грузовом отсеке. Так-то можно было бы в прошлой серии подраться, ну ладно, уж так получилось. Я думаю, мы пойдем туда. Я не знал, что драка будет прямо здесь. Так, хорошо, давайте, я восстановлю себе все аптечки, потому что он потому что он потратил, по-моему, мне их все абсолютно. Это очень-очень сложный босс. Он не сложный, он очень, ну, короче, быстрый. Сразу не понимаешь, что с ним делать, и он тебя просто бьет. Сигара. Это на продажу. Так, Миранда омерзительна. Ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Каду, оказывается. В прошлой серии он говорил Каду по диктофону. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была не в себе. Для нее понятие эксперимента и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело. Она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мегамицелия. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно... Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы его уговорить помочь мне. Он практически у него получилось, но он не смог мне уговорить. Что-то с этим телом, да, тоже не так. Потому что в седьмом резиденте он также мог себе тело просто водичкой чинить. А здесь он прям руки. И в седьмой части ему, по-моему, руку отрубали, в комментариях писали, я уже забыл про это. И тут, короче, он прям спокойно все это делает. Что происходит? Ну, это Газибар пришел, ну. Как он с ним бороться собирается, я реально не понимаю. Он живой. Неплохо, неплохо, Уинтерс. Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Так, патрон мой, не трать нахуй. Патрон не трать. Чего? Ебать, это что такое? Это новая часть этих трансформеров каких-то, да? Нихуя себе. Газировчик, блядь, газировкович прайм какой-то или что это такое? Ебанулся, блядь. Собрался нахуй. Ну, а его невозможно убить, я не понимаю, что он рассчитывает. Я тебе в какой-то серии про это уже говорил, я трендил. Я говорю, ну, блядь, как можно убить это чучело? Это невозможно. Блядь, опять. Опять что-то, блядь, натуре канализации. Так, а мы здесь были, заставляли дать водичку, да. Мы вон там где-то сверху, по-моему, стояли, только он с той стороны. Ебануться. Так, ладно. Допустим, нам показали, что мы здесь просто никто. Как бы в отходы нас, соответственно, скинули. Я не представляю. Просто нужно с ним бороться в какой-то, я не знаю, психиатрической больнице, блядь. Там, где стены обиты войлоком, нахуй. Там, где нет железок, нет болтов, нет ключей. Где вообще нет железок, нет абсолютно никаких. Где нет ничего металлического, только там мы сможем победить. Больше нигде. Слушай, блядь, ну ни в коем случае вообще ни разу на заводе, который, блядь, делает его плавление металла какого-то. Да покажи мне заставку! Тихо, тихо! Я же просил тебя не лезть, Итан! Не ори нахуй, дай пистолет! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену! Я убил не Мию. Ты жил не с ней. А она где? Ты жил с Мирандой. Что? Чего? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили, я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Я тебе сразу говорил, что ты слишком дохуя живёшь. Я должен был рассказать. Дай мне тот ключ. Поебаться тебе не завернуть? А, этот забирай. Я думал, мой какой. Ну я сразу тебе сказал, что он так долго живет, это же логично, все понятно, что что-то не так с ним. Так, что, ой, могу управлять заставкой. Если вкратце, Миранда рехнулась. Давайте режиссерскую версию посмотрим. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень, как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Так а Мия-то где сама? Это не совсем так. Вот, посмотри.
Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. У меня ключ такой есть. А Роза, все пиздец. Охренеть. Идем туда. Остынь, мои бойцы не спускаются ни в класс. Но у них моя дочь. Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Дай покататься на таком мне. Я разъебу там дурачка одного. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте. Встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Так подожди, а дочь-то чья? Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Так а дочь-то чья? Как, с кем мы там вот это делали, чтобы дочь родилась? С Мирандой или с этой? С Мией, я не пойму. Кто кого куда, в какое место-то? А ты куда ушел-то? Там отходы, блядь, не лазь туда, дурачок, у тебя такое пальто модное, провоняешь весь нахуй. Куда ушел-то? Куда, в смысле, блядь? Ты че? Куда он ушел? Ебать, не дадут покататься на танке, серьезно? Так, ну это было очевидно. Это было очевидно, что с ней что-то не так. Не может человек, блядь, выжить после 15 нахуй попаданий из автомата. Просто тупо не может, это невозможно. А она выжила, значит, что-то было не так. Так что это все хуйня. Это все хуйня, это понятно. Так, В. Отлично. Всего два куска и вся свалка, что ли? Столько говна железного, вы мне даете даже ничего посмотреть здесь обычно особо. Так, а кому? Отряд «Охотничьи псы». Осмотр фабрики завершен. Доказательства связи с организацией не обнаружены. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих наши теории. Судя по всему, она заразила себя мутамицелием и приобрела ряд способностей, в частности, мимикрию. Она управляет своими клетками и может превращаться в любых существ и предметы. Она притворилась Мией и проникла в дом Уинтерсов. Она явно намеревалась похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение сорвало ее планы. Поэтому она притворилась трупом. Затем она жила в грузовике, убила всех, кто находился внутри, и скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала, но в конечном итоге ее замысел осуществился. Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Он забыл здесь одну из своих игрушек. Одна из металл-полимерного материала, и он не сможет ей управлять. Побьем врага его же оружием. Альфа, я тебе говорю. Я тебе про то и говорил, что нужно сделать что-то, с помощью чего не сможет нас контролировать. Сейчас прям секундочку, перерыв один, кто его даже не заметит, потому что я все сделаю очень быстро. Продолжаем. Не знаю, вырезал, не вырезал. О, машинка. Не знаю, вырезал, не вырезал, но если там что-то и было, то там ничего не было. Короче, прикол. Какое у нее оружие из полимера какого-то это удерживает? Поехали кататься. Подожди, а там что? Мне прям дадут покататься на танке, или это просто прикол по поводу того, что это в заставке посмотреть? Ну, вот это не похоже на металл, полимер никакой. Что-то мне здесь не нравится. А я думал, Гейзенбергча оставят на следующую часть. Типа, он станет главным боссом в следующей части. Я просто не знаю, каким образом... Это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Это все полимерный металл, что ли? Бля, сейчас стрелять буду только в Гейзенберга. Просто я иду. Серьезно, ебать! Ебануться! Охуеть! Приколы, блядь. Вот это да. Вот это резидент, вот это рыбалек. Че там, перезарядка пушки? Хорошо, поехали. Так, я сохранился, да? Так, поехали, ладно. Что за бред, блядь? Что за бред? Иди сюда, Гузиба! Иди сюда, сука, Гурзердур! Давай, иди сюда, нахуй! У меня бесконечные ракеты, придурочные, блядь! Ты в курсе такой бесконечной ракеты или нет, я спрашиваю тебя? А где торговец-то? Ты куда уехал, блядь? У меня тут и пилы, блядь, и автоматы, и что тут только нет, и полимерный металл, ясно, понятно, и фонарик даже есть. Даже есть фонарик красивый, все равно. Ладно, я в танке, заебись. О-о-о! Я понял. Отлично, поехали дальше. Или подождать перезарядочку. Иди сюда, Газибара! У, сука! Ебануться, блядь! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Как блокировать? Блокировать как? Как блокировать на танке? Где у танка блок? Так, я понял, ждать по красным хуйням. Хорошо. Умри, будто тебя видит весь мир! Ай, блядь! Как парировать на танке? Как это дело? Ты теперь подохнешь! Да не, они не подохнут, хорош. Да ты спрятался, трусишка, блядь! Снимай трусишки, сейчас я буду это делать! Вставай, собака, иди сюда, блядь! Хорошо! Красиво! Как ускоряться-то? А спейс-защита есть, что ли? Серьезно? А как выйти? А вот это больно. Вручали твой последний фонарь. И сейчас ты хватит трогать мое брыхло. Уж мои стали заставить тебя дрожать. Что ж, придется сказать спасибо случайной ранее. Я убью ее силой, которую... Он на этом, он на блоке быстрее перемещается. Вот что значит послушный сынок.
Я попасть не могу. А, сука! Покажи, чего стоишь! Блять! Тихо! Блок, спокойно. Нормально, не страшно, спокойно. Блять, ты серьезно, что ли? Еще, давай еще! Блять, не попал, да? О, не сдавайся! Да я не сдаюсь! Испытайте эту малышку. Ты же знаешь, каково мне было терпеть эту сучару, а я тут при чем вообще со мной жила, бля? Я в ней вообще, может быть, как-то это что-то делал с ней неплохо. Какой аж? Не стану сильнее, чем прежде. Бля, тут опять что-то жил, я серьезно. А вот это больно. Правда. Ну, походу, в центр надо хуять. Вот сюда. Частички крыты там. И прикончились. Едешь ли куда? Что за хуйня, она еще работает? Я не понимаю, что происходит. Заставка, что ли? Здесь из себя. Задолбал нахер. Нет, ну о таком развитии событий я вообще не думал. Я не знал, что у нас будет такая хуйня. Яйца аккуратненько, за ними нужны еще. А то, может, эту не соберем, блядь, вторую будем делать. Как понять, у робота, а где мой танк-то? Иди, твою мать, ты охуел, ты танк отдай! Танк верни, сука! Не разрезал, прикинь, дурачок, блядь. Так, куда ты мне представляешь, куда я стреляю? Еще, давай еще! А где он сам-то? О! Я не понимаю, где он сам. Куда стрелять-то? А куда еще, стрелять? Давай еще! Бля, я не буду стрелять. Он где-то там вверху есть, что ли? Где, блядь? Где его часть? Куда стрелять-то, блядь? Вот она, денежная прямая. Ну что думаешь? Шансов нет. В голову? Верно. Сдавайся. Вот и кровь. Где Кристо, бля? Помоги, дурачок, меня режут это нахуй. Я интересно. На болгарку сейчас сяду, прекрати. Это Итан и Васка смерть. Ха-ха. Где-то, бля, у него голова здесь есть. Куда-то там голова направлена, я понял. А, вот, вижу голову, ебать, ебало, вижу, все хорошо. Вижу лицо, вот оно. Да, да. Бля, Газирович вообще тут ни при чем, на самом деле. Он просто хотел избавиться от Миранды. Да ты живой, что ли, еще, ебаный Годзилла, сдохни давай. Нет, 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 подожди, не надо, не убивай меня! У меня сейчас придет друг! Ответ мое предложение! Встретишься с Робби, готов ответить! Садись! Садись! Садись, нажми на кнопку, садись! Тихо, тихо, твоя нахуй тебе эта роза не нужна! Спокойно, спокойно, подожди! Да стреляй ты уже, ебаный в рот! Стреляй в него нахуй! Нет! Нет! Мне нельзя умирать! Я должен убить ее! Подожди, я не понял, это он на себя все натянул, или он, блядь, внутри робот? Я что-то не осознаю этого. Кристаллический Газимбар, ага. Металлолом, достижение получено. Итан, я слышал взрывы. Что там у тебя? Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан. Так, галюнчики пошли. Итан! Итан, ответь! Это она прикинулась, не надо! Меня? Опять пиздешь! Но... Опять пиздешь! Роза, такая ценность, правда ведь? Стреляй ей в голову! Все для меня! Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Стрельни ей в голову, придурочный! Но я спасу Розу! Стрельни в голову ей! Не знаешь, как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Да, я не заметил. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Она бабка, да? Это бабка была? Хватит. Здорово, помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Помню, да, она старая была. Роза ее наследница. Каким образом, блядь? Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Как так получилось-то? Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука!
как пугало и став в свои вороны кидается. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Что с тобой не так? Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! А нахуй это надо, собственно? Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро! Мегамицелий будет помнить тебя. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Отдай сердечко, я не встану же без него. Надо срочно жижу в дырку залить, в грудь надо срочно залить жижу, чтобы назад все выросло. Это что, в смысле, это мой? Я столько ждала, но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя, носитель она или нет. Глюки его дать или что это? Так она уже сердце вырвала, это все, это пиздец. Это даже не рука. Я что-то где-то не нажал или что? Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду, но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Теперь мы за него будем играть? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Музыка, как будто сейчас титры пойдут конечные. Типа сейчас это разгонится, музыка и конец. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. То есть мы теперь играем за него? А Итана просто так взяли и убили? Все, что ли? Серьезно, с концами? Бесы, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот две цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно. Да, сэр. Есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не хухры-мухры. Жесть. Так, сейчас, секунду, это нужно срочно переделать. Я не понимаю, что это. Целеуказатель. Так, нож. А, нож.